Привет, дорогие друзья! С вами я, Егор Кот, и сегодня у нас будет обзор на... Не знаю что, а... Идея! На... Ой, это что? Ой, не на это. А, там что ли? Нет. А, где же мои карточки-то? А, вот они. Вот мои карточки. Стопочка. Начинаем их смотреть. Первая моя любимая карточка. Алмаз. Дейв на Гавайях. Эдит. Марго. Семья Грю. Я быстро подбегусь. Бананы. Леда Луч. Танцующий Стюарт. Томушка. И тут Томушка. Тут еще этот. Это Карл или кто? Так, дальше у нас идет Том, но я его показал. Потом идет сбежавший Фил. Вот дальше идет этот, Грю и Люси. Команда Грю. Лазерный Пестель. Протестующие миньоны. Джерри на отдыхе. Стюарт. Кекс-кролик и Стюарт. И Дейв. Клавитара Брейка. Все думают, что это... У меня друзья говорят. Клавиатура Брейка. А тут Клавитара написано. Неудач миньона и озадаченный Карл. Сбежавший Карл. Да, вот это Карл. Да, это Карл. Так, вот здесь на упаковочке Карл. Это же просто влажные салфетки. Жизнь миньона. Миньоны туристы. Тим... Плюс лазерный пистолетик. Кайл. Грюмобиль. Стюарт. Плюс кекс. Падающий Том. Тюремное приветствие. Мел. Дорогу миньонам. Агнес и Кайл. Кевин. Не сфокусировался. Бежавший Дейв. Агнес и Стюарт. Огнемет. Грю-грю-грю. И гарпунный пистолетик. Так, сейчас я все сложу. Пожалуй, на первое место я поставлю свою любимую не золотую карточку. Это у нас... я люблю Томушку. Вот Том. Будет Том. Том и Джерри, говорящий Том, а тут миньон Том. Этот фильм, так же как я ходил, я его смотрел, но вроде бы я вам это уже говорил. Ну ладно, всем пока, с вами был Егор Кот и Томушка. Да ладно. Короче, ребят, всем пока, с вами был Егор Кот. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. We'll be right back.